Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, с их картинами. Петр Михайлович Шамшин, исторический и церковный живописец академического направления, академик, профессор, тайный советник. Родился в 1811 году, 10 января. Сын академика-живописца Шамшина. В возрасте 10 лет был определен в воспитанники Императорской академии художеств. Состоял в ней в числе учеников профессора Басина. Окончил курс академии в 1838 году со званием художника. Праум на чин 14 класса и с малой золотой медали. В 1836 году за картину «Избиение детей Необы» ему присуждена большая золотая медаль. С 1838 года жил и работал в Италии, где пробыл 7 лет. После возвращения в Санкт-Петербург преподавал рисование в классах академии. 1844 год за картиной «Агарь в пустыне» и «Петр Великий в бурю на Лахте» получил звание академик. В 1853 году ему присвоено звание профессора. В 1883 назначен ректором живописи и скульптуры. Умелый рисовальщик, рутинно академического направления, холодный в своих композициях и неважный колорист, Шамшин занимался почти исключительно церковной живописью. Его образа и стенные картины находятся во многих петербургских церквях. В Исаакиевском соборе, церкви Святого Мирония, лейб-егерского полка Благовещенской лейб-гвардии, конного полка церкви, церкви Ивангородской в Нарве, Уяздовского госпиталя в Варшаве, русского посольства в Афинах и некоторых других. Я цитирую Википедию. В Императорском Эрмитаже им расписана зала этрусских ваз. Незадолго до своей смерти, 6 февраля 1995 года, при введении в действие нового устава Академии, он был уволен в отставку. Похоронен на Смоленском православном кладбище. Могила не сохранилась. Но так вкратце из Википедии о историческом и церковном живописце, академического направления, академике, профессоре, тайном советнике Петре Михайловиче Шамшине. Пока-пока, до свидания.